Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 ноября, день Никодима. Почитается память преподобных Никодима и Спиридона. Они жили в ближних пещерках Киево-Печерской лавры в 12 веке. Внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор. Свой труд они сопровождали молитвой и исполнением псалмов. Согласно преданию, однажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. По этой причине их стали почитать как защитников от пожаров и иных стихийных бедствий. Сегодня молились святому Никодиму. Его считали защитником дома от пожаров. Из домашних дел переводили кур в более теплые помещения, которые назывались зимние закуты, чтобы птицы не померзли. Примечали слабую птицу для убоя. Из курицы готовили бульон, котлеты, курники. Курники – это пироги с начинкой из мяса курицы. Отмечали сегодня праздник рыболова и охотника. Они обязательно отправлялись на промысел в этот день, чтобы в течение всего следующего года промысел был удачен. В северных землях России мужчины уходили на промысел на несколько месяцев, что было очень опасно для жизни. Провожали их с большими почестями, устраивали пышные застолья и обязательно проводили разнообразные обряды. Приметы. Если сегодня начал петь снегирь, скоро наступит зима. Солнечная и ясная погода указывает, что будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни. Громко чирикают воробьи к теплой погоде и наоборот. Первый улов нужно обязательно пожертвовать храму, либо продать, а на вырученные деньги купить свечи, чтобы поставить их в церкви. Если сегодня съешь блюдо из курятины, будет тебе счастье. Не стоит общаться с незнакомцами сегодня, то есть 13 ноября. День благоприятен для наведения порчи. Сон, который приснился сегодня, сбудется через 9 дней. Если потеряли пуговицу, значит кто-то сглазил. Сегодня важно выспаться, это к долгой жизни. И наоборот. На небе ясная луна крепким морозом. У нас сегодня в гостях у целебной кулинарии чемпион мира по фитнесу Михаил Дьяконов. Спасибо, что пригласили, Геннадий Петрович. Сразу видно, что человек занимается над собой, это явно видно, да? Но для того, чтобы приобрести соответствующую фигуру, здесь было, а здесь не было, это говорит о том, что человек должен в первую очередь знать, как это сделать. Второй человек и знает, как это сделать, а не хватает самодисциплины. И вот сейчас мы у Михаила как раз и порасспрашиваем, как вот это сделать, с помощью каких упражнений. Вот. С удовольствием поговорю, с удовольствием сейчас, может быть, что-то приготовим даже с вами, Геннадий Петрович. Давайте. Вот. Я вижу замечательное такое мясо, прямо вот, ну, смотришь на него, и поневоле хочется его, да, уже представляешь в виде готового блюда. Я думал, уже представляешь, когда съел. Михаил, а вот какое мясо лучше всего использовать для того, чтобы полноценно росла мышечная масса? Но вот у вас прекрасный выбор, потому что это не просто говядина, но еще говядина без явных каких-то таких жировых прожилок, да? То есть вот, ну, с точки зрения как здорового питания, так и набора мышечной массы, вот как говорят, то, что доктор прописал, вот это оно и есть. Оно и есть, да? Ну что, тогда мы его начнем готовить, а по ходу готовки расскажешь... С удовольствием. Об особенностях тренировочного процесса. Конечно, ну, с удовольствием. Наверное, надо разрезать, да? И я вот так вот начинаю разрезать это все дело у нас. Роскошные стейки. Вот, стейки. Да. А вот курицу можно использовать? Да, конечно. Куриное мясо. Конечно. А какое лучше всего мясо использовать? Ну, тут я не буду оригинален. Вы, как в прошлом бывший спортсмен, причем тяжелоатлет, знаете, что, ну, все спортсмены предпочитают куриное филе. Куриное так называемые филе. Куриные грудки.
То есть можно приготовить вот такое вот куриное филе, да, заранее, безусловно, замочить его и потом поджарить. Ага, хорошо. Прекрасный выбор. Так, отбиваем его. Насколько я знаю, надо его отбить. Ага, сейчас. И это сделаю, чтобы руки не было нормальненько, да? Один кусочек мы отбили, то есть стейк всегда надо отбить. Ну, конечно, это с точки зрения приготовления облегчает его прожарку и делает его более мягким в итоге. Слушайте, а вы знаете, я был в гостях у одного там, ну, будем говорить, такого известного человека, ага, и он меня угощал мясом, которое, он еще подчеркнул, берется камень и... Об камень отбивается мясо, и вот оно вот настолько уже отбивается, что там какой-то фарш получается. И вот это, говорит, мясо самое полезное. Это если такое мясо дают, значит тебя уважают. Хорошо. Ну, в наших условиях большого города, боюсь, что это будет не лучшим выбором. Все-таки не на лучше. Кухне у нас, ну, скажем так, не у всех есть камень. Ну да. А молоточек есть везде. Мастерски вы это делаете, Геннадий Петрович. Видно, что у вас есть большой опыт и ловкость. А с чем лучше всего его съедать? Вот именно для набора веса. Вот первый вариант. Для набора веса его лучше съедать. Тут, Геннадий Петрович, давайте начнем немножко издалека, да? Давайте. А прежде всего, а как его лучше приготовить? Вот. Потому что вот сейчас мы его пожарим, и когда мы говорим именно про набор мышечной массы, про тех наших телезрителей, кто хочет стать больше, что называется, да, набрать больше мышц, увеличить, ну, размер своих мускулов, то жареное мясо, ну, естественно, мы сейчас же будем его не просто пожарим, мы будем использовать целый ряд технических приемов, которые позволяют говорить то, что жареное – это на самом деле не то, чтобы вот так вредно, как принято считать, как вот сейчас, ну, много где пишут. Вот. А на самом деле, конечно же, предпочтительнее все-таки его тушить. И, но вот тут есть нюанс, что хочется сказать, что отварное мясо самое полезное, но оно самое и невкусное. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечные чаи, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, мочевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал.
Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!